Оба из семей далеких от медицины, но мечтают, что именно с них начнется династия врачей. Анастасия и Александр познакомились во время обучения и с тех пор не расстаются, во всем стараются друг друга поддерживать. В 2021 году мы закончили университет по специальности «Лечебное дело», поженились, а затем уже приступили к обучению по более узким специальностям. Эндокринология – царица наук. Когда-то именно эта фраза для Анастасии стала решающей при выборе специальности. Лечение сахарного диабета, заболевание щитовидки связано с нарушением функции внутренних желез. Разобраться в причинах поможет врач-эндокринолог. Я сразу еще с третьего курса грезила эндокринологией, очень старалась набрать побольше баллов, поступить на эту специальность и очень рада, что все получилось. Моя работа мне очень нравится. Помогать людям дышать свободно, изучать работу уха и горла максимально детально. Оториноларингология Александру приглянулась во время обучения на клинической кафедре. Теперь он оказывает помощь как маленьким, так и взрослым пациентам. Будет дополнительно уже проконсультироваться у врача с трудового, который по слуху определяет. Можно еще один тест провести? Всегда представлял большой интерес, что есть возможности сразу же провести и осмотр, и диагностику, и лечение. Тем более, что можно полный кругозор взять по больным. Работали в Курске, теперь ведут прием в поликлинике в Ромашково. Решение о переезде далось легко. Стали участниками программы «Земский доктор». Через 3 года планируют взять социальную ипотеку. Когда уже приехали, пообщались с начальством, рассказали о месте работы, то есть профиле, необходимости, то, в принципе, всякие страхи уже отпали у нас. Планы на будущее у семьи врачей амбициозные. Постоянно повышать свою квалификацию и реализоваться в науке. Карина Еряшева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».